Привет, Ютубу, привет. Вот очередная задумка. Поправляю крылышко после ДТП. Остаются неровности. Сейчас попытаюсь навести. Вот такие вот вещи. Обыкновенным пробойником неудобно забивать вот эти то ямы, то канавы. Решил сделать пробойничек себе. Вот такой вот металлический наконечник. Сделал, подточил, заполировал. Здесь диаметр где-то около 2 миллиметров. Есть у меня куча пробойников, скажем так, не очень нужных. Вот, и решил сделать вот такой с металлическим окончанием пробойничек. Ну, инструменты, как мы видим, все простые, в любом гараже есть. Болгарка, дрель. Дрель можно использовать в качестве токарного станочка. Вот, нарезал резьбочку. Вот такое будет окончание. Сейчас сверлим отверстие. Заворачиваем сюда и посмотрим, что у нас получится. Вот таким простым способом. Сверлим отверстие, чтобы потом нарезать резьбу. Отверстие готово. Теперь, чтобы вкрутить вот это дело сюда, надо нарезать резьбочку. Есть соответствующий инструмент. Вот, сейчас я еще отверстие чуть больше проделаю. Следующим сверлом пройдусь побольше. Отверстие готово. Теперь можно и будет нарезать резьбочку и вкрутить наш, так сказать, наконечничек. Слишком маленькое отверстие здесь, в смысле посадка. Я взял вот такие ручные тиски есть. В принципе, прекрасно можно ими работать. Материал достаточно мягкий, поэтому, как мы видим, без особых на то там усилий прекрасно в нем можно нарезать резьбу. Теперь таким же макаром, поджав, закручиваем его. Лучше, когда это будет делаться с усилием, с таким, с достаточным. Почему? Потому что, чтобы это не болталось и не разбивалось. В итоге вот такой пробойничек получился с металлическим окончанием. Естественно, все тут заполировано. Окончание. Вот, оснащен он магнитом, чтобы не убегать. И теперь можно будет им работать. Дело в том, что я считаю, покупать такие вещи особо смысла нету. Цена вопроса как бы недешево. Отдавать там 1000 и более за него, ну даже там 700-800 рублей, можно самому при наличии минимального количества инструмента сделать такой пробойничек и успешно и эффективно им работать. Да, вид, конечно, не очень тут красивый, но нам на него не любоваться, нам им надо будет работать. Вот такая вот новая приблудочка появилась у меня. Почему? Потому что приходится часто осаживать маленькие какие-то, забивать неровности. Вот тут крылышко попало, и поэтому для того, чтобы работать, нужен более тонкий инструмент с более жестким окончанием. Ну вот, в качестве такого инструмента будет использоваться такой самодельный пробойничек с металлическим окончанием. Все, всем спасибо, кто посмотрел. До новых встреч. Маленький по скрипту. Вот он, металлический
у нас есть один, вот второй, 1000 стоит. Москва от нас далеко. Вот, вот еще один металлический, 1200. Вот, я посмотрел на это дело, и опять же вот CarPoint, вот то же самое, самый дешевый 640 рублей. Вот такой вот. Ну и смысл мне заказывать, отдавать деньги, ходить на почту, получать, когда я его спокойно, не торопясь, в свое удовольствие сделал. Все, всем пока-пока.